рады приветствовать вас на нашем канале. Сегодня мы будем смотреть квартиру в жилом комплексе «Антоновские яблоки». Застройщик – строительная компания «Квартал». Комплекс закрытый, небольшое количество квартир, и застройщиком позиционируется как элитное жилье в европейском стиле. Ну, отдельно хочу сказать про застройщика. Это первый его комплекс, хотя сейчас строится второй, 230 футов. До этого не было у них таких объектов. Но, в принципе, я думаю, что многие знают их по тому, что они являются владельцами ресторана итальянской кухни «Милана Ричи», городского кафе «Обильба» и паб-ресторан-отель «Ахара». В общем, кстати, рекомендую посетить все эти места. Я думаю, вы будете приятно удивлены обслуживанием и кухней. И вообще такую хорошую репутацию имеют у нас в городе немногие такие подобные заведения. Всем привет! Сегодня мы находимся в жилом комплексе «Антоновские яблоки». Будем смотреть однокомнатную квартиру 48,8. Прошу. Металлические двери и львор. Квартира имеет 100% отделку. И как заявляет застройщик, благодаря этой отделке мы не будем слушать ремонты наших соседей. Начнем с комнаты. Потолки. Хочу обратить внимание на окна. Это сосна из Красноярска с энергосберегающими стеклопакетами. Качественные радиаторы. Стены, кстати, приштукатурены, они под покраску. Получается, что не совсем уже 100% отделка. Видимо, все-таки нам придется послушать соседей. У нас профиль ДОС. Кстати, можно было изначально им даже выбрать расцветку. То есть обратиться в офис продаж, и они бы установили нужного цвета. Так, здесь у нас есть кладовая. Давайте я посвечу. Ламинат, кстати, тоже есть на полу. Единственное только... Так, что у нас с потолками? Потолок натяжной. Пойдемте на кухню. Довольно просторная кухня. Здесь 13,3. Такой хорошей планировки, практически квадратная. В чем, кстати, преимущество в этом комплексе? Здесь установлены индивидуальные газовые котлы. Соответственно, о чем это говорит? О том, что вы сами будете регулировать отопление в своей квартире. Это первое. Второе. У вас нет необходимости устанавливать бойлер. Просто это беда, да, нашего времени, что, как правило, летом мы месяцами сидим без горячей воды. На кухне выход у нас на лоджию. Красивые витражные двери. Так вот выглядит лоджия. Видите, что все из кирпича. Неплохой вид из окна. Обратите внимание. Вот у нас вид на детскую площадку, на закрытый двор. В общем-то, даже новостройки рядом не особо-то и беспокоят. Тихо, уютно, как будто за городом. Посмотрим санузел. Как говорит одна моя знакомая, это святая святых всех мыслей на планете.
И та-дам! В общем, хочу обратить ваше внимание на то, как выложена здесь плитка. Что имел в виду застройщик, остается загадкой. Честно признаюсь, я на сайте поискала информацию, хотела найти какие-то эскизы или дизайнерские проекты, чтобы понять, для чего была вот таким образом выложена здесь плитка. Честно скажу, ничего не нашла. Вот, поэтому, лично мое мнение, здесь возможно только два варианта. Это либо отдирать, демонтировать всю плитку, а-ля больничный вариант, и покупать новую от пола до потолка, все класть. Либо же найти такую же и просто-напросто сложить вот эти вот места. Просто в ванных, как известно, да, у нас есть такой недостаток, что постоянно отсыревают стены, штукатурка, краска потом со временем облупится и опадет. Поэтому для чего вот это все было оставлено, непонятно. Кстати, заявили о том, что очень хорошие батареи. Батареи тоже хочу отметить. Мне кажется, даже у другого застройщика мы снимали видео, и топа больше будет. В общем, просторный холл. Несмотря на какие-то недостатки в квартире, все равно квартира кажется очень светлой, просторной, уютной. Здесь вот сидят. Shutterstock Music. Данный жилой комплекс. Это дома низкой этажности от 3 до 7 на 2 гектарах. О чем это говорит? О том, что здесь всего 193 квартиры. Уже через через полгода уже соседи будут знать друг друга в лицо, здороваться, организуют летом площадки отдыха и, возможно, как в старые добрые времена, будут играть в домино, стучать таранкой по столу и петь песни под гитару. Пойдемте посмотрим, что у нас здесь есть. Заезжают. Видите, управляющая компания здесь все расчищает. Кстати, здесь закрытая территория круглосуточной продажи. Место можно при желании купить, можно снять в аренду. Озеленение территории разработано индивидуальным проектом ландшафтной студии. Сейчас мы, конечно, всего этого не видим, потому что все занесено снегом. Кто-то скажет, кстати, что очень дорогая цена здесь.
Но вот я вам хочу ответить, что все-таки цена оправдывает вложение, оправдывается именно качество материала. Во-первых, все-таки кирпичный дом, закрытая территория, есть парковка, хорошие, дорогие материалы, которые были использованы при отделке и строительстве. Поэтому овчинка стоит выделки. Что касается данной квартиры, которую мы смотрели, ее стоимость 3 050 000. Все-таки цена оправдывает, да, мы сейчас вот посмотрели, и я думаю, что обязательно найдутся сразу покупателя на данный объект. Все контакты вы найдете внизу видео, подписывайтесь на наш канал, ждем ваших лайков, всем пока!